Морковь, петрушка, хорошие семена, горох, тыква, редис. Семена сейчас не очень дешевые, поэтому пригодятся нам для нашей дачи. Жительница Барнаула Лариса Ливер уже присматривает, где на своем приусадебном участке сеять будущие овощи. Семена получила в подарок на социальной ярмарке. В эти выходные площадки были организованы в поселке Новосиликатный, в Лебяжьем и напротив ТЦ «Россия». Мы здесь рядышком живем и, соответственно, что приходим на эту ярмарку. Ну и поучаствовала с удовольствием в этой акции. То есть я посмотрю еще какие там семена и буду, значит, садить, выращивать культуры. Палатки с логотипом «Единой России» на ярмарке пользовались популярностью, впрочем, как и неделю назад. Тогда в рамках акции «Добрый сад» волонтеры лишь в индустриальном районе раздали больше 1000 упаковок семян. Конечно же, это очень хорошее подспорье. Люди, которые занимаются садоводством, огородничеством, семена для них сейчас самое главное. И поэтому эта акция, я думаю, очень уместная и очень полезная. Кстати, с учетом нынешней стоимости продуктов, подарок не просто приятный. Тратиться на овощи для борща всем, кто получил семена, теперь не придется. Татьяна Голубева, «День с толком».